Всем привет, друзья, с вами Барат. Сегодня я веду сварочные работы и я решил, короче, сделать себе стойку для штанги, так как во время тренировок мне не особо удобно затаскивать штангу через себя. Я думаю, те, кто штангу на грудь брали без напарника и без стойки, меня поймут, это жутко неудобно, друзья, да и к тому же большие веса так не возьмешь. Но я тут подумал, почему бы не записать видосик по поводу этого. Меня смотрят в основном пацаны, я думаю, вам это будет интересно. Ну ладно, друзья, долго не собираюсь вначале тараторить, погнали. Так, тут у нас две запчасти по 50 сантиметров, это будут ножки. Тут запчасти у нас по 70 сантиметров, это будет ширина. Тут один уголок и арматурина. Это будет ширина самой стойки. Так, тут у нас также запчасть на 70 сантиметров, это будут усиления. Так, эти по 23 также усиления будут. Ну а тут 10 на 8 сантиметров. Это будут держатели штанги. Но это будут усиления. Так, короче, это все запчасти. Их довольно мало. Так, давайте приступим к сварке. Что, друзья, приступим к сварке. Ой, бля. Жутко неудобно держать одной рукой шлем, а другой варить. Неплохо получилось, учитывая, что я варил почти не глядя. Довольно прочный шов будет. Так, сейчас я все сварю и покажу вам результат. Так, друзья, я, короче, заварил часть стоек. Приварил эту перекладину. И ее заварил на 40 сантиметрах. Как мы видим. Так как плюс 3 сантиметра, тут будет доска примерно такой высоты. Так будет сидеть доска тут сверху. Этот размер берется под изгиб ноги, под колено. Садитесь на стул, мерите, сколько будет с пола до сухожилий под колено. И этот размер вы даете тут минус 3 сантиметра, там минус доска. У меня доска толщиной 3 сантиметра, я даю на доску 3 сантиметра. Также тут я приварил арматурину, чтобы не расходились никуда. Так. Ладно, давайте продолжим. Сейчас я сюда вот так усиление приварю. Давайте я приварю и потом покажу вам, что получилось. Так, друзья, усиление готово, я уже приварил. Также я тут приварил усиление. С этой стороны такая же фигня. Ну и это усиление. Вот так, чтобы их было видно. В общем, вот так. Вид сбоку немножко сейчас. Вот вид сбоку. Так вот. Выглядит. Осталось приварить, короче, держатели для штанги вот тут вот. Сейчас я это сделаю и мы продолжим. Ну что ж, друзья, стойки готовы. Выглядят они вот так вот. Правда, уже вечер. Так. Держатели для штанги я припаял, приварил. С этой стороны также приварил держатель для штанги. Так, сейчас я поставлю штангу и покажу, как она сидит. Ну вот, друзья, штанга на стойках. Теперь я хочу вам рассказать вот тут, что я сделал. Я немножко расширил стойки на 14 сантиметров, так как мне не было удобно хватать штангу именно. Сейчас мне ее удобно хватать, поднимать и так далее.
Ну ладно, друзья, со стойкой мы закончили, но если вы хотите, чтобы я рассказал вам, как я сделал гриф для этой штанги, а также блинчики для штанги, то пишем в комментариях хэштег видос про штангу и ставим обязательно лайк. Друзья, у меня есть в планах сделать себе еще 4 блина для этой штанги, поэтому я смогу вам показать полный процесс изготовления блина. А конкретно изготовление формы, изготовление бетона, какой именно бетон я использую, также какой именно щебень я использую, как его заливать, что именно делать, ну короче, полный процесс. Ну что ж, друзья, теперь перейдем к размерам стойки. Я тут кое-что набросал для вас, вы можете поставить на паузу, посмотреть, списать, если нужно. Ну ладно, друзья, на этом я буду заканчивать. Кому понравился видосик, ставим лайк, кому нет, ставим дизлайк. Не забываем писать в комментариях хэштег видос про штангу. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и добра, друзья, всем пока.